Так цветет моя неизвестная роза. Огромное пышное цветение у этой розы. Цветет она два раза. Кустовая роза. Название розы не знаю. Старинная роза. У нее так красиво поникают головки. Вот так. Так она цветет. Красивая роза. Очень красивая, очень мощная роза. Половину уже оборвала. И все равно такое огромное пышное цветение у этой розы. Хочу с той стороны дойти еще показать ее. Вот она какая. Ярко-малиновый цвет у нее. Это все она стоит, цветет. Этой розе 9 лет. 10 лет, извините, этой розе. 10. Это самая первая роза в моем саду. Очень красивая роза. Видите, как она цветет. Красавица моя. Очень она не любит солнце с дождем. Дождь идет, вот подпекает ее солнце. Но солнца не было. Третий день солнца нет, и она вся находится в таком цвету. Красивом. Красивая роза, может кто-то скажет, кто она мне. Вот она такая. Вот. Бархатисто-малиновая она. Солнышко светит. Вот, бархатисто-малиновая. Не передает камера. Более малиновая она. Где бы показать? Нигде не берет. Почему? Потому что у нее вот этот бархат отливает на солнце. Вся перламутровая роза. Красивая очень. Мощная кустовая роза. Цветет два раза. Требует подкормок хороших. Обрезки правильной. И вот так она буйно у меня цветет. Замечательная красавица роза. Очень украшает сад. Вот. Голштейн перл цветет постоянно. Достойная роза, чайно-гибридная роза, ведет себя как кустовая и цветет постоянно эта роза. И нет перерыва в цветении у этой розы. Голштейн перл. Все время цветет. Вон выбросила, видите, сколько опять будет цвести. Красота необыкновенная у этой розы. Но я об этой розе. Может, кто-то знает. Вот у нее особенность. Она так вот головочки свои вот так поникает. Особенно в первом цветении. Они все-все, вот не соцветием, вот так цветет. Помельче. А у нее огромные цветы бывают. Диаметр цветка где-то сантиметров, наверное, 12-14 вот у нее. И она поникающе вот так стоит, как вот эта роза. Вся в первом цветении. Очень красивая, изящно клонит головки. Красивая. Пожалуйста, кто знает, помогите мне определить сорт этой розы. Вентроз во втором цветении буйствует. Видите, как? Очень болючая роза. Она, но... Все ей простишь. Смотрите, какая раскрасотка. Венрос. Очень красивая. Во втором цветении бутончик поменьше. Но посмотрите, какой высоты бутон у нее. Вот. Сантиметров 7 во втором цветении. Вот. Поменьше бутона. Так у нее огромные бутоны. По 16-20 сантиметров может быть бутон у нее. А пахнет она как замечательно. Смотрите, какое у нее буйство бутонов. Видите? Буйство бутонов какое у нее, этой розы. Чайная гибридная роза. Я не знаю, чего она чайная гибридная. Это роза. Потому что цветет она два раза. Поэтому за сезон. Но как цветет? Спешу снять ее, потому что она не выносит солнца. Дождь был. Я выходила, стряхивала с нее воду. И она вот, вот так меня благодарит. Вот таким буйством цветения венрос. Вон, видите, сколько она будет цвести и цвести и цвести. Вон, наверху у нее. Высота розы где-то... 1,90 м, 1,80 м, может быть, больше. 1,90 м, наверное, высота розы этой венрос. Необыкновенный запах у нее. Вот, все ей прощаю, все болячки. Ее очень любит болеть, эта роза. Обрывала у нее все листья, и все равно болеет. Вот,
первое, которое у меня схватывает всякую болячку, это Винрус. Но красотка, из-за этого я ее, значит, прощаю ей. Люблю очень эту розу, Винрус. У меня три куста этой розы, выращенные из черенков. Это материнский куст, я вам показываю. Вот. Цветет вот такой. А из черенков еще выше растут у меня розиты. Вот. Сейчас еще одну вам покажу, Винрус, раз мы за нее уже тут любуемся ею. Это Винрус. Вот она стоит. Вот. Высота этой розы больше 2 метров, конечно. Она где-то 2,10 эта роза высотой. Вот у нее. Ой, иди сюда, покажи нам свою красоту. Вот у нее такие бутоны, видите? Красавица необыкновенная, Винрус. Но махина страшная. Очень любит болеть и черная пятнистостью. И на первую на нее нападает мучнистая роса. Я брызгала розы своей от мучнистой росой. И все равно она вот, все равно болеет от мучнистой росы. Сегодня буду обрабатывать ее топазом опять. Вон какая, или еще чем-то подумаю. Такая огромная розита. Еще одна Винрус у меня стоит вот. Буйствует тоже. Показываю вам. Но по пути покажу вам еще одну розу неизвестную. Вот. Вот эта роза. Я не знаю, как ее зовут, эту розу. Смотрите, это все вот один куст розы цветет. Вон, видите? Вот. 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 Это все один куст розы цветет. Вот. Вот такой у нее бутон у этой розы. Не передает камера, он темно-бордовый. Темно-бордовый. Вот. Она не любит солнце, подпекается на солнце. Это бутон давно раскрылся. А вот какое у нее огромное соцветие. Смотрите. Как бы показать мне это соцветие. Вот это все одно соцветие, видите? Вот это да. Мощь. Размер бутонов по 15-20 сантиметров достигает вот этот, раскрывается. Особенно весной у нее огромные бутоны. Ой, этой розы, ой, батюшки, чуть. Вот видите, еще одно соцветие, в соцветии цветет. А если ее оставить одну, вот я же говорю, у нее бутон будет 20 сантиметров раскрываться. Вот такая она. Очень красивая, неизвестная роза. Не знаю ее, какая она роза. Вот, темно-бордовая, бархатистая, с черной, такая аж черная, вот не передает камера никак ее. Вот такой бутон раскрывается. Чайно-гибридная срезочная роза. Очень хороша. Вот она стоит. Вон, наверху. Очень красивая. Ну, как зовут ее, помогите определить мне. Ее уже спрашивала. Все, которые я смотрела, они подходят. Мощная. Высотой вот она же стоит. 2 метра бутоны у нее вот во втором цветении. 2 метра. Я срезала на высоте ее где-то метр. И она выгнала еще метр. Вот. Такие огромные-огромные бутоны выгоняет. Ну, то есть плети. Но я ее такую здесь сделала, потому что здесь у нас скос серьезный такой. И чтобы ее было видно, чтобы не было такой маленькой. Здесь у меня все огромные розы растут. Ну, высоченные я имею в виду. Вот. Ну, необыкновенной красоты роза. Такая красивая, стройная. Очень-очень красивая роза. Как зовут ее? Попробуем еще раз определить. Дальше я покажу сорта роз, которые мне неизвестны. Вот эта маленькая роза, очень маленький цветочек, 3 сантиметра у нее, низенькая, явно флорибунда лютная эта розочка, малышка такая. Цветочек у нее мумифицируется на розе, засыхает, сам не осыпается, не раскрывается бутон. Вот это 2 розы, которые вы видите, мелкоцветковые, вот эту желтую тоже сорта не знаю. Желтая очень красивая роза, пахнущая чайно-гибридная роза. Обрезаю низко, красиво цветет. Мелкоцветковую розочку тоже не знаю. Бледно-розового цвета, цветет вот такими шапками розочка. Эта роза тоже мне неизвестна. Она
цветет такими огромными шапками. Очень колючая роза, болючая роза, любит болеть. У меня и черная пятнистость ее подхватывает, и клещ ее любит очень, эту розочку. Запаха у розы нет совсем, но цветет пышно, огромными соцветиями. Две волны цветения имеет эта роза, непостоянно цветущая роза. Прошу вас помочь мне в определении сортов этих роз. Спасибо большое за просмотр ролика. Пишите мне комментарии, подписывайтесь на мой канал.